агрессии у людей! Не вызывайте агрессии у людей! Уйдите с нашего поля зрения! Уйдите с нашего поля зрения! Не снимать! Не снимать! Я не разрешаю снимать! Я человек Российской Федерации! Я не разрешаю вам снимать меня! Не смейте! Идите вон отсюда! Все, я вам снимала! Вы теперь герои, вы во всех каналах будете! Полицейские развернулись и уходят. Перед этим они пытались проверить документы у протестующих на Невском проспекте. Женщина, представившаяся Зоей Федотовной, объяснила свою эмоциональную реакцию так. У какого имеет право он ко мне подходить? Я его не трогаю, он мне вообще не должен ко мне подходить. Я что, делала правонарушение какого-то? Я ничего не сделала. Какого он имеет ко мне вообще право подходить? Зоя Федотовна – одна из почти 30 участников протестной акции. Люди пришли, чтобы привлечь внимание петербуржцев и туристов к протестам в Беларуси, Хабаровске и экологической катастрофе на Камчатке. Министерство природы сказало, что якобы на Камчатке нельзя события признать экологической катастрофой, поскольку никто из людей не умер. Но мне бы хотелось обратить внимание на то, что там порядка 200 человек было отравлено. А смерть морских обитателей там просто каких-то катастрофических масштабов. Плакаты с протестной повесткой художник Марина Паркина рисовала прямо во время акции. На них были лозунги «Не хочу 37-й», «Россия, живи» и другие. Ну вот мое оружие пролетариата, кисточка. Полицейские сфотографировали рисунки, но к их автору вопросов у них не возникло. Тут же пели протестные песни. Так мое слово становится камнем. Так мое слово становится камнем, так мое слово. Мы доверяли им свой покой, но ниточка доверия порвалась. Они должны защищать нас с тобой, а они защищают свою власть. Даже начавшийся дождь не смог разогнать участников акции. Укрывшись под зонтами, они продолжили протестовать. Антон Гуськов, Радио Свобода, Петербург.